Тудум. Ты что, уже пишешь? Я вас слушаю. Доброе утро. Доброе утро. Два месяца не бегали. Так что я бегал. Сейчас надо же поставить таймер, сколько мы бежим. Кто бегал? Один раз. А, ну Бердянский бегал. Я часы не взял. Ой, я уже забыла, как я ими пользоваться. Я часы не взял, да, кстати? Зачем? Так, смотри. Показываю. Время видно, не видно. 0-0-0-0. Включаем секундомер. И бежим до моря. Ходить мы не привыкли. Музыка слушаю. Побежали. Что такое? Устала? Ну, короче, с дыханием. Отвыкла бегать? Ну, дыхание. Почувствовала, да? Вот так. Так мы же почти еле бежим. Ну, давай делать вид, что мы бежим. Так, прибыли. Смотрим на время. 7:30. У тебя что там по часам?
6:22. А что мне 7:30? Ну так как мы бежали, да то же самое, что люди шли. Да, конечно. Ну да, пусть будет. Да нет, сюда 10 минут. 12. А, так мы так медленно бежим. Ты все? Спасибо, да. Ты уже все пробежала? Ну да. А? Ну свобода будет. Мы где пробежали? Да вон там, вон где батут. Так, солнечный. Хороший денек. Вообще, который час? А, километр. А, ты засекла? Километр? До моря километр. 8 часов утра. Наверное. Километр. О, что я хочу сказать? Скажи. Это я про тебя. Все забыто. Дыхательный. А, быстро организм теряет форму. Да, у меня меньше. Ну, я меньше. А потом люди живут. Ну, ты все, да? Я просто еще хочу пробежаться. Все. Ты все? Для начала. Я еще пробегусь. Ну, я так. Ну, давай. Там пойдем. Хорошо. Фух. Все. Себя хоть покажу. С такой мордой. Еле добежал по песку. Песок какой мягкий. Вообще не сравнится с тем, который вообще там же Бердянский, где. Счастливцы. Да, вообще по ним невозможно бежать. Я не знаю, чуть не сдох. Думал полчаса пробежать, не получилось. 20 минут еле-еле всего от дома. В общем, понятно, да, от дома 6 минут бежали. Ну, это такой бег был. Ходьба, можно сказать. Ладно, идем купаться. Вас можно снимать? Я говорю, вон... В общественном месте. Вот зрители. Вот. Что? Что? Кто? Да, есть здесь база. Что зрители? Вот на берегу. Видишь? Ну, да. А что ты сказала зрители? Зрители, Настя. Живут, я спросила, сколько стоит. А, да? Подошли к тебе лишь. 1400 в сутки. Ага. В такой бунгало, да? Да. Ага, тесно. Ну, я спрашивала. Слушай, ты тут раздеваешься? Да, не у зрителей нас спрашивала. Подержи, пожалуйста, я сниму тут же. Наушники хотя бы. Ну ты не у зрителей спрашивала, ты спрашивала я просто. Я спрашивала у людей, как раз 1400, конечно, тесно, говорит, ужас. Ну, вообще, видишь, дверь. Ну да. Ну зато, ну это на любителей, да. Кто любит. Как в палатке, короче. Как там дальше в палатке. Только там стризри. Фух, ни хрена себе не ожидал. Так а смотри, воздуха сейчас уже 28 градусов, нормально? Ну я понял, вот это так и тяжело, поэтому еще и по песку. Сейчас. Так это ты, а я дурачок еще дальше побежал по песку еще. А нафига ты дальше? Туда. Не, ну туда еще бежал я по берегу, тут там твердый песок, а назад побежал выше там вообще все, я просто остановился, я не смог бежать. Морда красная. Подержи 2 секунды, я наушники просто спрячу, все остальное. Я как раз что-нибудь порассказываю, а что рассказать? Ничего. Так, о жизни рассказываю. На канале за выходные появилось 9 видео. Вы их не смотрите. Чего? Ну, точнее, смотрите, но не активно. Матюки перестали даже писать, аж неинтересно. Так что смотрим, ребята. Еще в запасе имеется троечка. Так мы с Валерой гуляли по Лазурному, голыми купались ночью. В общем, будет много всего интересного. Кошмар, пробежалась. Ёбаный театр, чуть не крякнула. Короче, для того, чтобы заниматься спортом, выпивать, есть всякую гадость, нужно тоже здоровье.
Да как у нас сосед жил 2 дня. Ходил такой, как, ну, видно, как не в себешный. Потом выехал, и горничная убирает номер. Там 4 бутылки водки за сутки. Как в такую жару? Как 4 бутылки в него влезли? Это ж какое надо иметь крепкое здоровье. Ой. Я после бега опьянела. Жопу спрятать. Ну, и что тут она вам наговорила? Я рассказывала, что он заметил железное здоровье. О, водичка, короче, свежая. Ставочки у меня на катере. Только нормально. А что мне надо сделать? Я ж нормально, как я умею? Я никак не умею. Я ничего не вижу. Чтоб мне голова с зубами. Отойдите от катера. Ага. Отойдите от катера, сказали. А чего? Боится, что угоним. Да нет, боится, что по башке, да? Ну и куда ты пошла? Куда ты полезла? В общем так. Боится, видишь, нельзя фотографироваться. Жалко. Я, чтоб не это, и не то, делаю вот так. Вот оно. Кстати, у нас было... Меня хоть не слышно, не слышно. У нас было 2 дня, погода не очень. Сразу говорю, погодка и подиспортилась. Но у нас не было ни дождя, ничего. И вечером была прекрасная погода. Люди на пляжах уже купались, загорали, да? Ага. Лежали, а водичка такая, если честно. Если бы я не пробежалась, я бы, наверное, сюда фиг зашла. Я думаю, градус 21. Руку одну высуши, потому что придется сейчас взять камеру, а я занырну тоже и пойдем домой. Че тут возле чужих катеров стоять? Да, 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 у нас там свой бассейн простаивает. Холодная вода? Вода холодная. 21 градус где-то мой прогноз. Я тебе сказала 21. А, ты уже сказала? Да, ты вообще пробежался. Давай. Ух ты, заныривай. Не, водичка просто свежая. Не, свежак. Ну, медуз нет. Кому там надо про медуз? Так, что я еще могу сказать про лазурное? Про лазурное могу сказать. Мне здесь, просто мы уже поснимали, я же говорю, видео, уже 3 есть в запасе. Поэтому я там уже говорила. Картинка. Про лазурное могу сказать одно. Мне здесь нравится, это правда. Здесь очень хорошо, здесь спокойно, здесь чистое море. Мы здесь уже сколько дней? Пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, сегодня среда. Сегодня среда? То да. Опять скажут, в будущем мы уже живем. У меня просто тут числа путаются, мозги закипают. Сегодня среда. Мы здесь уже 5 дней. 5 дней на море Штиль. Ребята, на море Штиль. Прекрасное Черное море. Просто я всю жизнь думала, что на море Черном всегда шторм. Нет, оказывается, на Азовском больше штормов. Ну... Ага. 20 не хотели? Сейчас еще подержим. 20, Валера. По-моему, 20. Если я не ослепла, то мне после этих отравлений... Так я чувствую, что она такая, ух! Зрение пропало почти. Че я в больницу побежала? Потому что зрение начало исчезать. Не надо. Перегрелись. Смотри, 20. Посмотри. Еле-еле 20, может, с половиной. Пусть 20-20. Я же говорю, у меня ж горло сразу же. Пойдем, сейчас еще тебе посмотрим, сколько мы пешком будем идти. Ну и что, ты будешь вот эту нудилову пешком или здесь просто засечешь? Тем более мы сейчас мокрые, мы будем идти медленно. На, подожди, дай я хоть занырну. А, так ты еще держи. Ну я один раз занырнула, я еще хочу. Тут у меня уже... Давай. Ты тут будешь заныривать? Тут потеплее. Да что это за заныривание такое? Занырнула. Все-таки, знаешь, не бегать. Не бегать 2 месяца, за 4 дни. Пиво выпить. Да.
Это точно. Да я за тобой не хожу. А что ты ходишь передо мной? Иди уже. Ну все, так все, я тогда выключаю. Прикинь, наступил. Лучше буду, знаешь, по такой заре, конечно, бегать, это тоже дебилизм. Если здоровье позволяет, то можно. Я лучше буду отжиматься, планки ставить и пресс качать каждый день. Ну, это твое дело, тебя же никто не заставляет. Я буду бегать, просто раньше надо вставать. Ну, мы и встали там в 6. Надо в 6 просто бежать, и все, будет не жарко. Не, всем... не жарко, дышать воздуха нет. Хорошо. А его нет. Ну, это ты с непривычки. Завтра будешь бежать уже легче. У меня уже реакция. Ладно, всем доброго утра. Хорошего дня, ребята, не смотрим. 9 видео за выходные. Даже 9. Были. За 2 дня 9 на... видео. Кто пропустил? Главное видео и 9 штучек. Ты имеешь в виду, кто пропустил, да? Да, потом будут одни и те же комментарии, одни и те же вопросы. Все, смотрим, везде отвечали, видео, ответы. Все, всем пока. А, ну, кстати, сейчас посмотрим так, для себя, сколько еще домой пешком теперь идти.